Інвестиції в жінку – це інвестиції в людство. Під таким гаслом проходила жартівлива театралізована постановка, яка розпочала районні урочистості до Міжнародного жіночого дня. Під час неї жінки розмірковували про місію чоловіків в житті та фантазували на тему своїх заповітних бажань. Я хочу скатиться в обранку, хочу мусорное ведро скороход, хочу пылесос на дистанционном управлении, хочу шкаф с постоянным обновлением. Я хочу мужчину сильного, богатого, красивого, сногсшибательного, сексуального, неженатого, не курящего и домой зарплату приносящего. Просто хочу увидеть. У святковий день ми запитали у жінок, як їм працюється в чоловічих колективах та чи не відчувають вони до себе упередженого ставлення. На що більшість представниць прекрасної статі відповіли, що вирішуючи робочі питання, ніколи не стикалися з некоректним ставленням чоловіків. Я вважаю, що нам взагалі повезло, оскільки робота поруч з чоловіками приносить нам задоволення, бо ми завжди відчуваємо їх підтримку, їх плече надійне. І, звичайно, що такі свята, чоловіча увага теж не залишає нас байдужими. Ми дуже раді нагоді висловити слова подяки чоловікам за їх надійність і раді працювати з ними, бо вони – це наша половина, без якої неможливо уявити наше життя. Не можу пожаловатися, що мені працюється тяжело. Мені працюється комфортно, може, в якійсь мірі можна використовуватися тим, що ти жінка. Во всяком случае, толерантно, в нормальной обстановке, решаем все вопросы. Воспринимают, конечно, на равных. Я не хочу сказать, что у нас там какие-то есть гонения, скажем так. Вот. Наоборот, нам приятно работать в мужском коллективе, потому что мы себя чувствуем женщинами. Всегда обязательно хочется идти всегда красивой на работу, всегда жизнерадостной, с улыбкой всегда. Это нам дает стимул. Поэтому мы очень рады, что с нами работают мужчины. Они наша опора, они наша защита. Работалось, в принципе, и работается всегда неплохо. Потому что наши мужчины, кроме того, что они исполняют какой-то свой долг, как говорится, тот, ну, по работе, какие-то у них есть обязанности, они все равно чувствуют, что рядом находятся женщины. И тем более, если эти женщины рядом с ними тянут, как говорится, вот этот воз проблем, отвечают за какие-то участки работы. В принципе, мне всегда было очень комфортно с мужчинами. Они понимали, что женщина немножко слабее, где-то щадили, а может быть и требовали немножко больше, потому что то, что иной раз не под силу мужчинам, может сделать только женщина. Это какая-то коммуникабельность, какие-то отношения с людьми, вот регулировать какие-то, может быть, даже вот конфликты, когда бывает, вот мужчина с мужчиной упрутся и все. А тут вот как раз и нужна женщина, которая вот сгладит острые углы, где-то примирит и, в общем-то, мне кажется, женщины в руководстве всегда нужны. Вообще, честно говоря, с мужчинами работать проще, чем с женщинами. Мы всегда находим общий язык. Тем более, что ребята, с которыми мы работаем, это представители, это лучшие мужчины нашей страны. И с ними всегда легко. Під час свого вітання голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мангул наголосив, що кваліфікація жінок-спеціалістів подекуди вища, ніж у їх колег-чоловіків, та привітав присутніх зі святом. Фахова підготовленість, вона, звичайно, надає фору багатьом чоловікам, і мені насправді дуже комфортно працювати з вами. Вітаю вас з вашим святом, бажаю міцного здоров'я, бажаю палкого кохання, бажаю сімейного родинного затишку. Ну і щоб така увага, таке кохання було не один день у вас на рік, щоб у вас таку увагу і таке кохання було кожен день у році, кожен день в року. І щоб поруч з вами завжди була міцна чоловіча рука. Зі словами привітань до жінок району також звернувся голова Мелітопольської районної ради Олександр Мордик. Ви тоді хочу від районного совіту, від себе лично. Поздравить вас с этим замечательным праздником, с праздником весны, с 8 марта. Пожелать вам
безусловно, здоровья, благополучия, огромного, огромной любви, чистой любви. Пожелать вам всего доброго и хорошего. И самое главное, чтобы рядом с вами были мужчины, те, которые хотят и могут сделать вас счастливыми. У свято «Прекрасна стать» пригадала незвичайні подарунки у своєму житті. Жінки розповіли, чому найбільше радіють. Я дуже люблю квіти, тому будь-які квіти завжди приносять мені радість, особливо такі ранні весняні порі. Для мене найкращий подарунок – це квіти. І, звичайно ж, подарунок від моєї доньки, бо діти – це теж наше щастя. Ви знаєте, це був навіть подарок не на праздник, а это был такой от мужчины одного из Спасского. Он, если меня сейчас услышит, он, конечно, поймет. Он пришел на комиссию по субсидиям и прочитал нам очаровательные стихи собственного сочинения. И когда мы его пригласили на эту комиссию, он начал со стихов. Я говорит, вам прочту свое собственное стихотворение. И от всего сердца он это прочитал. Очень необходимый подарок – это спокойствие, это в какое-то благополучие, это радость в душе. Не только в этот день. Мы все ждем мира, мы все ждем покоя, мы ждем, чтобы в нашей стране наконец-то воцарился вот то, о чем, ну, о чем мы мечтали, потому что каждая женщина хочет, чтобы у нее в доме был порядок. И мы хотим, чтобы в нашем общем доме был порядок. Самый лучший подарок – это внимание, цветы. Удочка. Да, я люблю ловить рыбу, мне муж подарил удочку на 8 марта. Но вообще для меня, как, наверное, и для каждой женщины, лучший подарок – это цветы. Другие говорят, лучше не цветы, они завянут. Там лучше что-то такое, что нужно в быту. Но для меня лучший подарок – это цветы. Очень люблю цветы. Під час заходу на адресу жінок лунало чимало привітань. А голова районної центральної лікарні Сергій Селевич привітав представниць прекрасної статі віршованими рядками. Хочу сказати словами одного звісного поета. Едва ти вийшла в сад, смутився. Алый мак, не успокоится никак. А что же кипарис тебе не поклонился? Увидел дивный стан, его хватил столбняк. Милые женщины, хочу вам пожелать, чтобы всегда при виде вас, мужчин, во всех наших скромных зданиях, наливался... Від імені сільських голів до жінок звернувся Новобогданівський сільський голова Дмитро Хлистун. Наверно, скільки существує человечества, скульптори, поети, писатели, композитори, певці посвящали вам самые прекрасные свои произведения. И я сегодня от имени всех мужчин сельских советов, от всех председателей мужчин сельских советов хочу вас поздравить з вашим праздником. Самі ж жінки бажали одна одній миру та не забувати про те, що окрім повсякденних турбот має бути час для особистих радощів. Жінка в будь-якій ситуації, як би там ні було, вона дуже багато віддає. На ней очень много, ну, ответственности. У нее есть и работа, и семья, и дети, и еще нужно быть женщиной. Поэтому что пожелать женщинам? Чтобы у них хватило выдержки, чтобы они всегда оставались женщинами в любой ситуации. Были добрыми, были красивыми и были счастливыми и любимыми. Всем женщинам я бы хотела побажать, чтобы они насамперед завжди відчували себе жінками, чтобы они знали, что не только на их... тендітні плечі ляжуть усі турботи буденні, але й на плечі чоловіків, які поруч з ними. Мені хочеться, щоб вони відчували себе щодня захищеними, коханими і, звичайно ж, необділеними увагою. Всіх жінок нашого колективу управління соцзащити територіального центру і всього Мелітопольського району, колег наші, з якими непосередньо по соцзащиті сталкуємося, поздравить з цим красивым праздником весны, пожелать всем, конечно же, здоровья, счастья, благополучия, хороших нам клиентов,
Хочется также, чтобы было душевное тепло в семьях, на работе. Душевное тепло было от их родных. И, конечно, чтобы всегда сопровождалось все с улыбками, чтобы было обязательно везде и всегда светило солнышко, даже если пасмурная погода. Женщинам всем, не только коллегам, а всем, хочется пожелать радости, солнца, побольше внимания со стороны мужчин, уважения и мира всем нам. И чтобы все наши мечты мужчины превращали в реальность. Мира, победы, терпения. Пожелаю женского счастья, и чтобы всегда была рядом опора и надежда в виде мужчины. Виступи творчих колективів та солістів району в святковий день подарували присутнім чимало позитивних емоцій. За словами учасниць заходу, такі зустрічі необхідні, щоб відволіктися від буденності та пригадати, що окрім обов'язків на роботі та домашніх клопотів, в житті має бути місце і для відпочинку.